Привет всем! Привет! Слушайте, какая же ужасно мерзкая погода в Москве. Посмотрите, реально такой... Hello? Hi! Идет ливень, просто ливень прям идет. На улице 2 градуса. Я хочу сказать, что это самая отвратная погода, когда вот такая вот серость... Нет солнца, идет дождь. Люблю дождь, когда лето, когда тепло, дождь, вот это классно. А когда вот так, так оно и не нужно. Привет, Ева. Саня, посмотри на мои прекрасные шелковистые волосы. Они ни разу не страдают от моих укладок. Слушай, на самом деле у меня съемка... Сань, у меня съемка какого числа? Пилот мы... Слушай, я 22-го записана, а меня так и оставили. Можешь написать мне в WhatsApp, когда я к тебе приезжаю? Я хотела параллельно, чтобы ты оставил место, чтобы, может быть, меня протонировать, потому что я слегонца подсмылась. И еще я себе купила экстеншнс, их надо как тоже. Я дева по гороскопу. Закрой рот. Открой глаза, да? Ты не очень. Ты тоже. Пока. Так. Господи, боже мой. Вот люди, честное слово, ну какой порно? Ну вы, я и просто не понимаю, откуда вообще у вас это все в голове? Вам сколько лет? По 10? Юлька, твоя вечеринка на выходных? Почему моя? Ребят, почему есть люди такие тупые? Вот, прости господи, реально, но вот есть же такие злые люди. Сходите в церковь. Не знаю. Общаюсь. Кстати, 11 марта будет 10 лет, как фабрика звезд наша 6. Мы делали массаж. Ну, начали делать массаж, и я должна была посмотреть на... то вообще, как это все происходит. Вот. Ну, начали массаж, она не плакала. Какая машина? Господи, что же вы пристали к моей машине, да? Хорошая у меня машина. Хорошая. Коричневая. Женский. Чисто женский ответ. Доченьки, нормально. Хорошо, слава богу. Все нормально. Хорошая, это на 4 колесах, бензин. С мужем познакомились на дне рождения у Саши Тарасова дома. Вот я такой сейчас Сашу сделала. Зачем я сюда вообще встала? Спасибо, Акси, привет. Брекеты. Да вы знаете, что-то мне перспектива брекетов не обрадовала. В них надо столько ходить, но очень хочу, да. Вроде все нормально. С Бузовой, это я знаю ее, но чтобы дружить, не дружу. Моя любимая мамочка смотрит в мой перископ. Привет, мамочка любимая. Тебе моя Кристиночка установила перископ, я в курсе. Все поприветствовали мою маму. Мам, ты можешь мне ставить сердечки? Спасибо, мама, здрасте. Мам, ты можешь нажимать вот так вот много раз, и будут сердечки. Мамочка, я тебя очень сильно люблю, моя родная. Thank you. А я вот еду навстречу, опаздываю. Как дела, мамуль? Добрый день, мама Юли. Мам, ты видишь, какие отзывчивые у меня читатели? Да, конечно, выпадают волосы. Приходится их лечить, делать мезотерапии. Посмотрите, какой кошмар в Москве. Мне кажется, хуже всего убирают дороги, по крайней мере, в Москве. Это ужасно. Не забываю, мамуль, но я, видишь, в пробку стою.
Чтобы остановить выпадение волос, прежде всего нужно сдать анализы. Нужно пойти сдать анализы на гормоны щитовидной железы. Сердечки вам ставить нужно просто тыкать в экран. Вот попробуй сейчас. Прям нажимай, нажимай, нажимай много. Просто вот на экран вот так вот прям. Получается? Значит, нужно сделать УЗИ щитовидной железы обязательно, щитовидку проверить. Боже мой, зачем я сюда поехала? Реально не понимаю. Сейчас перезвоню.